Если я еще раз увижу тебя без нормальных банок в ОКО ГЕР, ты забудешь сюда дорогу. Это, в принципе, всех касается. Какая очередная самка? Так, всяко. Фанат на боссе первый. Кто там у вас будет первый? Первый, давайте, фанат. Да-да, еще просыпаемся. Морлок, просыпаемся. Поехали. Больше нужно нервничать. Жестно против Рейда. Макс, сомнить. А тогда готовимся. Пашка вынес. Сочнулись. Поведи его по-нормальному куда-нибудь, а не там, где нужно будет. Ну, нормально, вот, лучше дальше.
Как его вынесли? Пашка вынес. Пятнадцать. Готовимся. Ушли, 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 случайно. Ловушки, блядь. Тенки, что там шарнуть? Не шарнуть, иди в мили. Если не выбежали, лучше зайди в мили. Будет стопать урон. Напротив Рейда. Сколько на боссе стаков? 93. Рейда пока как раз. 100 PM. Переводим. Сейчас скиньте сразу. Сейчас залью. Мурдук возьми моба, я умру. Пойду. Череп. Паша в центре моб. Лопать, ребят. На эфир разошлись. По меткам, по меткам, по меткам. Прижали свои сейвы.
Надо попить. Я в один руку 4. И сколько на больше, скажите мне? 10. Да, давай вперед. Ну, сдай на пасеку. Мели очень много стаков. Ир, расползаемся. Так, блядь, как таскается. Разойдите сюда по меткам. Быстро, 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 быстро. Забейте на лучше. Сейвы свои вжимаем. Пошел. Надо долить. Центр мог. Кого еще пробиваем? Вот то, чем я, блин, постоянно ругаю. У нас в центре не залита платформа. Вся как бы там залита. Даем сразу же фури. СС не было. Ленно. Я бы. Сколько стаков на боссе? 61. Это многовато, боковой не имеет. Еще один. Нафер. Сейвы свои сдали? Последнего метку добиваем в босса. Пошли в босса. Гера. Лучи закрываем. Босс 90. Нормально пускаем, добьем. Да, умнички. Можно? Адекват? Нет. Триня? Мои поздравления. Это какой был? Пол? Второй? Первый. Только на транс можно паролить, это нет? Оно больше никому не нужно. Ну, походу, идет на транс. Чё, нормальная тринка-то, не? Мне кажется, что она, наверное, дашненько неплохо. Я бы тоже, наверное, взял. Для нас секундка, да? Да херни. Должно быть. Келя, посмотрим, кто там, если сделали, тогда да, если нет, нахуй, нам не нужен пока. Видео надо записать. Там же дизурон просил видео. Угу. Да-да. Погоди, посмотри. Давай левого коня, я... Я левого, давай. 3, 2, а, понял.
Короче, решите там. Останы диспел. Нормально, я забыл. Голубь стало, что он туда. Смотришь, решите, могут за тренинг. Патруль! Зачем вы так внутри? Бегите, голубцы, блядь. Голубцы, бегите. А, нормально, нормально, нормально. Говно кому-то нет. Саня, нет, только не войско. Блять. А можно этот из 90-х, блять, шар, который светится? Я забыл, дискотека. Дискошар. Да-да-да. Из 90-х. Да-да, играйте, пожалуйста, по Центуриону. Они фуловые стоят там втроем. Только одного пробили. Просто диско, диско, четыре центуриона. А есть кто с танков, желательно с протоваров, с голосом, с кем потом в ДИСе можно будет перетереть? Паша. Да тут все с голосом. А, ну это вообще круто. Даже медведи, которые протоколосы. На тему скажи что-нибудь. Нет. Так он не протовар. Это один фанатизм, он не... Дима променял возможность говорить на интеллект и стал... И стал протобалом. Да-да-да. А так был вар. Да, Дим? Так и было? Сегодня же написано «Мейн Медведь». У него там товар есть. Полк. Дашь порт в этот? Паш, я прав, вот или его... А что ему один? Не-не, в Стальгород. Типа, когда чистите, я уже пришел. А ладно, полетел в Гларан. Вот, Паш, кстати, ты заметил? Ты сделал себе фурика, и ты перестал говорить. Это, блядь, все неспроста. Че это? Да и не про тебя, а про Бедлола. Фурики ломают людей. Фурики ломают глыбы, я поправлю тебя. Это всем известно. На Синдре ломают, да? Да, 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 в десятке просто, блять, сразу. А что дальше делать? Глыб нет. Что Редрики ломают? Я прям представил, вспомнил этот момент, когда у меня лопнуло три глыбы. Так мы, блять, были в десятке. У нас Саурин просто взял, сломал две глыбы и такой, о, а что делать дальше? Писюни изо рта текут, да? Да. Я помню, у нас это перпал, короче, печать инквизитора был батл. С открытием Т5 любили разрядиться по глыбам. Прям с начала взлетной перефазы вот этой. Да, вам такая херня. Ты не отвлекайся, ты корнюй. Мурлок агент Асгарда, не путайте. А, кстати, да. Я чей агент? Да. Чего да? Я говорю, чей агент? Ты из Солариса. Перерождаешься. Логично. Да, агент Азариса звучит как звание. Ну, типа, он Мурла говорит, что есть инфа, что да. Я, конечно, сама не в курсе. Но надежда есть. Асгарды пожаловались, пофиксили. Очевидно.
Или Мурлок. Одно из них. Хотя, в принципе, это то же самое. Надо еще что-нибудь похилить. А что в итоге делать на фильме будем? Да, саму руку ГП давайте, если он 4-5 уже взял. А, тогда давайте все, ГП Мурлок. Что надо давать, напихать ГП Мурлок и потом не скинуть приор перед ЗС-кой. Иди, блядь, тра... Один хуй она сбросится через 4 недели. Мы ему еще напихаем, алло. Можно ему с такой же ГП, сколько в ОСП? Изи. ГХ говорит, хочу, да-да, блядь. Я хочу легендарный щит на протовара. Ой, это было бы шикарно. Так, подождите, что мы делаем немножко с Андреем? Мы добиваем трэш. Я, кстати, заметил, у меня не было триксов. Что делать? Ну что, господин Макрос, почилил ДД и ладушки. Спекаемся в танка. Сказали же, в начале года этого или ДДХ вычали, ребят. Вообще, 2020-го было написано. Или подождите, может сделать ход конем? Зацепить воина. Чё надо? Чё надо? Потанчить чё-то? Протовар или макрос? Да-да. Так, Танкич, ты уступишь Коку? Так, танка летит в Даларан. Давайте Пашка Финмас летит в Даларан. Сумони Войда. И ТТМ летит в Даларан. Тут мне прошлый РЛ говорил, Войд, твой триумф. Скажи, пожалуйста, тоже, Войд, твой триумф. Нет, так не прокатит. После этого все убивали с первого трая. Да-да. Только за бонус. Пожалуйста, да, пожалуйста. Ставлю. Шадную прелесть. 250 это, бонусов. Я пытаюсь как-то этой хуйни понять, Тася. Сумоньте, если вы добили. Коротко скажите, какая магия в бою, чтобы чарить резист? Так, ты будешь стоять вместе темная, со стяка, получается. Пролагал. Говорю, он будет стоять вместе с тобой, сяка. Физуха. Чарь-огонь. А вообще чарь-огонь, ты потом пойдешь на босса. А, точно. Ах, ты там чил, вы слышали? Просто отдыхает. Музыку слышно? Да? Ну, мы знаем, что ты там чилишь. Чисто качает под музычку.
Так, Борис, ваш ромб. Блять, у нас два хэпала, но у нас есть тайное оружие Дерби. Короче, там бомбу не пофиксили, а с кардер зашли. Ха-ха, охуенно, блять. Тогда давай. Посрались и разошлись. Ну просто посрались. Подожди, давай мы попробуем. Дима, что ты делаешь? Какой нахуй тьма? Он хотел отменить мне ХС, но я его отменил раньше. Лох. Они тестят, что ты начинаешь. Не, давайте мы... Достаточно один разик просто запустить, посмотрим своими глазами. Да, да, нет, нет, все нахуй. Да ты что, блядь, они пишут баг-репорт. Короче, Дизерону было лень смотреть. О, он просто попросил видео, я сказала нахуй, вот и все. Осуждаю Тасю. Так, господа, смотрите, череп, метка на второй фазе танчится вот здесь. Тихо, я его близко поставила. Вот здесь он танчится, рейд у нас стоит, все звездочки, РТДшники, мы играем по ромбу, милишники, вы играете по черепу. Бабёнка там же, где стояла. Так, Пашечка. Блять, у нас нету шип... так хуё. В смысле нету? Хочешь, чтобы я в холлик успехался? Ты спекнулся в холлик и написал тебе про это. У меня есть полтора часа, чтобы проверить ГКД этой срани. Да, Паш, ты тут не понервили, сейчас вообще разойдемся, будешь тестить далее. Потом, если не понравится, зайти Славья отдать. Короче, так. Далее. В смысле, Славья там же лол забирал, не? Так. Такое себе. Так, Талия у нас в квадратике хилит танка. Не, Тим, мы, блядь, ну, Тим, ну как ты так? Очень плохо, ладно. Давайте, знаете, что сделал? Лера тогда топает квадрату на вторую фазу, если мы до нее дойдем. Ладно, давайте не будем загадывать, просто запустим и посмотрим. Вон, можно котика присуманить, чтобы нам веселее. Тыкните. Сань, Сукубик, дай дойдем, посмотрим. Смысл сейчас что-то обсуждать, если мы не знаем, блядь, тут может первый опять не проходим. Короче, из того, что мы здесь прям посмотрели, у нее 15% шанс прока. Вот есть там ГКД или нет, надо смотреть. Запускаю. Алло. Да, давайте запускать. Так, господа, сейчас все на первом, пока их разводят подметками, все, пожалуйста, сюда, к квадрату ближе. Она ловит на себя. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Как на магистре? Рэндж 10, даже рэндж 15. Добро пожаловать в будущее. Вообще-то рэндж 6. Теперь меня никто не остановит. Я даже себе выставлю, наверное, раньше 20. Вот наверняка.
И всем бы посоветовал. Кто не знает, как выставлять, просто слэш-рендж, и потом левой мышкой на эту иконку, и потом выставляете, как вам нужно. Сарказм только что ради репорта живого года. Значит, нет, нет. Убили по разочку, и хватит. А то захотели печенье за это столько лутать. А донатить кто будет? Угу. Еще не убивал, в смысле. Макрос, я тебе сказала, будет ДД, так как обычно курил. Спасибо тебе большое. Раз в жизни, блядь, дала по ДДшить человеку. Ты сказала, по ДДшил и хватит глистан? Нет, я сказала, что давайте-ка мы присуманим Войда, пускай он танчит вместе всяко, а Макрос будет ДД, блядь. Спасибо всем большое. Уши и есть такая инфа, что можно иногда мыть. Еще крик один проебали. Читай Лёшке. Так, Войд уходит на череп. Вместе всяко на 4 стаках меняетесь. Нахуй твоя лужа, тут бомба не работает. Сейчас вон бабёнка запускается, нам всем до свидули. Про эту хуйню писала им еще когда? Видос. У них есть. Сарказм еще пишет неограниченный рейндж. По поводу 15, это так, к слову. Там явно больше было. Вопрос в том, что он обещал посмотреть. Там было по-другому. Там то же самое, сохраним силу на баг-репорте, то же самое слово. Она там кидалась по-другому, она кидалась по всему этому. У нас она сейчас, допустим, когда мы ставили, она кидалась только на часть тех, кто, вот когда мы по 10 человек ставили возле, на тех, кто стоял возле входа, она не кидалась 10 человек. Так, РДД в кучу, милики съебали ко входу. И РДД сразу на ранже друг от друга. Ждем первую бомбочку. Диспелить или что? Да, диспель. Кукису кубик. Дерби. Так, понятно, мне никто не придет. Ну пускай не диспелит, посмотрим. Полка. Смиренная. Ранжа, да. Ранжа явно больше, потому что между полкой и... Окей. Я сейчас продисплею. Смиренная. Сильва. Полка, фанатизм. Вот смотри, полка Куки, она прыгает. Фанатизм. Дитя. Мурла.
Сукубик, смиренная. Сильва. Сукубик. Сукубик. Тотем. Я. Сильва. Дерби. Короче, понятно. Смиренная. Берлол. Берлол стоит вообще сзади. Далеко. Да. Та же самая гибота. Ранжа у нее больше. Она, конечно, не так бешено скачет, как раньше. Ранжа у нее больше. Нет, это хуйня полная. На второй фазе это будет неудобно. Все, нахуй. Боб, сваливаем отсюда. Успеем коснуть Хардстоун? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подожди, что там? Липо из-за соляру, во-первых, накинуть, во-вторых, сейчас разберусь с трени. Да, разбирайтесь там с трени, решайте, что и как. Сука, дай скастовать карту. Трени не очень. Что-то неправильно работает, да? Возможно, у нее нет ГКД, Дим. Если у нее нет ГКД, то она, в принципе, неплохо. Полторы минуты КД, это прям вообще... 15% шанс прок, вот это вот, да, это ёба. Еще и полторы минуты КД, то есть, как тарит. Так, ну не ГКД, а просто КД. Господа, тут заботливый полка поставил нам порталчик Долоран. Где? Не вижу. Чеша заботливый тотем реснет. Вам же на входе поставили портал. Чисто не успела, блядь. Ладно. Так, во-первых, ЕП. Да и так тупик. Говорю, и так иду смотреть. Сейчас все себя поснимаю, смотрю, как она запрыгивает. Да скоро там чувак. Ой, блядь. Так. Сейчас я секунду на форум. Бать, что я там раскинула всех вроде.